Буду заводить в хлебопечке тесто на пирожки. Пирожки будут у нас с картошкой. Молоко холодное, нет? Ладно, все равно хлебопечка будет греть. Так, пирожки у нас будут с картошкой. Чуть-чуть сахару, прям чуть-чуточку. Так, все буду отставлять, что я уже, а то когда снимаю, немножко путаю. Добавила, не добавила. Дрожжи. Обязательно. Не полная пачка, где-то полпачки дрожжей. Но я делаю на глаз. Всегда. Делаю на глаз. Соль. Обязательно. У меня тесто почему-то получается недосоленое. Соль. Яйцо. Одно. Одно яйцо. Ой. Так. Сейчас, подожди, зайка, у меня кто-то звонит. Так. Потом. Добавляем немного масла. На. Вытирай теперь. Тронул один раз масло, и теперь я вся уделалась ее. Зачем? Не надо в крышку наливать. Это же... Мне нужно было смазать его, понимаешь? И добавляем. Так, сейчас, подожди, я сперва включу. Сейчас разберусь здесь со всеми проводами. Видно? Десятое. Старт. Все. И теперь потихоньку добавляю муку. Что-то мне кажется, она прыгает, Рушан. Она сейчас разработается. Шатается, просто она раньше не шаталась. Надо попробовать в Оберхоф заказать хлебопечку. Да, форма уже начала, вот сами лопасти почему-то плохо ходят. Ну мы потому что, понимаешь, этот хлеб. Мы замучили хлебопечку. Она у нас просто так не стоит. Она у нас постоянно, чуть ли не каждый день работает. Она вся замызгана у нас уже, ее надо отмывать. Не работает, видишь, плохо. Постоянно. Все, ладно. Не, я в плане вот эта вот штука. Это я и про эту штуку говорю. Ладно, все, буду просеивать муку. Ой, машина закрыта. Мы сейчас едем. Ой, открыто. Ой, балуйся. Что ты балуешься? Хулиган. Мы сейчас едем в Павловскую. Мы сейчас заедем к маме. Там нужно кое-что замерить. И поедем в Павловскую за пленкой. Почему? А потому что у нас солнце выглянуло, дождь закончился. Я поставила тесто. Оно уже почти подошло. Я думаю, надеюсь, успеем. Вот, быстренько. О, душно. В машине очень душно. Так что купим пленку, и сегодня, дай бог, у нас получится натянуть теплицу. Зай, поправь капюшон, у тебя вывернут весь наизнанку. Это ветер. Это не ветер, уж этот так оделся. Ветер здесь ни при чем. О, мои семечки. А ты не спросил, это мои семечки. Что? А ты не спросил, дядь Коля, что-то у него цветет? Нет? Забыл? Это участок. Так что, ура, едем. На улице-то хорошо, тепло, да? Да. Да? Хорошо погодка поменялась. Да, прям резко, знаете, так поменялось. Такой дождь шел противно, не прекращая. Я думала, все, на весь день затянуло. У меня губы обветрились. Вчера, наверное, мы это тоже работали на улице. А, в огороде я работала, ветер, я то и дело их облизывала. Кстати, вот сегодня такая погода, можно было и скосить, и деревья дальше побелить. А ну, теплица важнее. Надо теплицу, чтобы я туда все перенесла, всю рассаду отнесла в теплицу. Да! Я не могу. Я счастлива! 100 метров. 100 метров это много. Поменьше. А нам надо тоже 100. Ну, там 80, а что значит здесь 30, а там 20? Это между этими штуками, между дырочками.
Нам это не, не надо, да? Да, это не имеет значения. Ну, у них и цена, видишь, у них это одинаковая. Так, по 30 это вот такое, если на будущее останется. Ты помидоры через какое расстояние огурцы сажаешь? Там огурцам же вода постоянно будет. Где-то да? Через 30. Вот столько, 35. Да? Ну, я вообще сажала через 50. У меня было отлично все. А через 50 не бывает их, видишь? 20, 10. Самый максимум какой? 30. 35. А, нет, это 20. Господи, я 32, 30 хотя бы по максимуму возьми. Давай по 30 просто, чтобы если останется в руке там. На капель на полив? Да. Ура! Кстати, последний, представляете, забрали. Будем это... Ой, у нас еще тут коробки не разгрузили. Будем, короче, это... Растягивать, да, чтоб хватило. Последнюю забрали. Больше нету. Больше нету, все. Дядь Коли взяли бензин, налили. И не открою. И маме взяли торф. Цветочный. А? Перчатки возьми. А, иди давай, бери. Не надо? Нет, у меня есть. И взяли зажигалку, вот эти зажигалки хорошие, они у нас долго держатся, просто гости приезжали и, видать, нечаянно бывает такое, зажигалку, потом, видать, кто-то выходил, может, курить, я не знаю, не следила, и она, короче, у нас потерялась. Уже дома мы, угадайте, что у меня уже здесь, у меня уже здесь пирожки. Приехали, представляете, я кинулась, у меня нет пергаментной бумаги, ё-моё. Рушка поехал, он как раз ездил за петлями для этого. Для теплицы ему надо было петли купить. И вот он как раз по пути купил мне пергаментную бумагу. Вот так вот. Так что сейчас буду их быстренько сюда перемещать. А пока он ездил, я быстро пирожков уже наляпала. Так что вот так вот. Всегда была бумага на запасе. А тут что-то... Прям так резко закончилось. Так. Ну, вроде бы не прилипает, нормально все. Буду раскладывать. О. У меня получится. Что такое? Ничего? У меня получится, короче, в два этапа. Будет. Пирожки будут. Короче, я не так не хотела, потому что столько дел. Надо сейчас в теплицу идти, пленку снимать. Но теста слишком много получилось. Ну, ладно. Побольше будет. Рушан любит пирожки с картошкой. Они не влазят, что ли? Чё вы там ругаетесь? Как-нибудь еще один уместить сюда. Все, теперь надо взбить яйцо. В смысле дождь? Ты чувствуешь это? А вон ленинградская тучка. Да. Вон она. Надо, зараза. Надо в суд подать на ленинградскую. Руша, может быть какой-то там этот надо, такую отверточку, чтобы я вот так вот заковыривала их и все. Да. Или это ее так надо отрывать? Так, только с этим. А ты мне можешь сначала дать, а я буду... Вот, пожалуйста. Здесь. Блин, чувствую, нам дождь не даст пока теплицу. По прогнозу ты же сказал, что не будет дождя. Ну? Так, стой, подожди. А ты как сейчас вырвешь, закроешь ты? Хорошо, ее и так, наверное, надо ее. Ну, я говорю, ее открутить надо сначала. Ты знаешь, в чем прикол? Ты не забудь мне сказать, что у меня пирожки в духовке. Ага. А то я это забуду. Вот здесь можно вырезать, да, Рушан?
Да. Брать мело и вырезать. А у меня в ведре нож. Ветер начинает. Ветер. Ветер? Ага. А что так крутил? Я переделал дверь. На другие петли, на другие. Сейчас что-нибудь придумаю. Это будет решать по мере возникновения проблем. О, палочки какие-то тут такие. Палочки. Стой. Кого? Так. Сейчас я сам вот это пока снимаю. Какую снимать? Вот эту. Ну, ветку. Ну, смотри, чтобы она к тебе не воткнулась. Она так больно втыкается. Ну, смертельно. Не, ну все же неприятно. Вот поэтому снизу вверх начала, да? Нет, наоборот, сверху я говорю, думала, вы будете делать, а вы, говорит, положили. Ага. Ну, про грядки имеет в виду. Так, а там верх нормально, да, идет? Верх вроде бы да. Только там надо будет вот здесь укрепить. Сейчас глянем. Вот эта пленка вроде бы. Она только, видишь, отошла. Ну, это я закрыл. И здесь это нормальное. Ну, а эта пленка нормальная, целая? Вот это? Да. Ну, не считай, это вниз отоходит, я сейчас дотяну. Ну да, нормально. Вон получается только вон только там. Ее надо будет вот здесь еще притянуть. Это я притяну. Вон там в углу, да, порвано? Да. Вот здесь дыра. Менять эту надо штуку. Рушан, у нас здесь будет новая красивая голубая, а здесь будет страшно. Давай сделаем так. Если мы начнем просто. Мы сейчас вот это начнем, потом вот это начнем, а там уже если да, останется. Если не останется, то останется. А если останется, то останется. А то там видно. Хотя потом все зелено будет не видно. Ну все же. Я это побежала, посмотрю это. Давай. Пирожки. Ох, ну вот уже румянится. Еще
еще чуть-чуть. Чего, мяу? Ну и что ты туда залезла, Нэнси? В смысле, мяу? Слазь. Давай. Да, дождь капает. Да, капает и капает. Сейчас тадан будет. Я не знаю, с чего начать. Тюльпаны, да, какие красивые у нас в этом году. Какие шикарные тюльпаны. Эй. Прям такие, знаете, не мелкие. Какие-то бутоны не раскрылись. Интересно, почему раскроются еще? Да. Интересно, что-то сегодня прям в этом году как-то запоздало все, да? Поздновато. В том году, по-моему, в это время уже тюльпаны отошли, да, Рушан? Да, вода в этом году прохладно. Угу. В этом году у нас юг не юг, да? Есть такое, это, сейчас дед Коля рассказал, говорит, такое поверье. Вот когда был чистый четверг, такой чистый четверг будет, такая будет вся весна. Так, а чистый четверг у нас был дождливый. Да. Эту пленку мы покупали, да, отдельно? Этот кусочек? Да. Да, у нас вон там порвало ветром. Угу. А что там мокро, да? Ну да. А может это стремяночку? Не хочешь? Сейчас я с той стороны отступлю, может там. Желтый, мои любимые. А вот куда, наверное, я и натыкала этих желтых, да, тюльпанов. Ну, помнишь, когда мы покупали? Ага. Желтые. Вот эта сторона вообще вся. Уделанная голубями. Ужасное, конечно, состояние теплицы. И даже настроения не было в ней что-то высаживать. Ну ничего, сейчас будет. Ну, дай бог. Че, дядь Коля сидит там? Ушел? Ушел. Бабах будет. Всегда. Я когда начинаю поить животных, иду за водой, открываю калитку. А у нас же, как обычно, ветра. Калитка открывается. Я здесь возле колонки задом. Естественно, и сзади эта калитка как даст-даст. Да-дам! Я аж отпрыгиваю. Ох! Ой, знаешь, как-то даже посветлее стало. Ты убрал? А сейчас новенькая, голубенькая, натянется, прелесть. Зянька, только, пожалуйста, аккуратно, чтобы эти тюльпаны не повредить, хорошо? Они да. Такие красивые. Мне кажется, я не буду их отсюда убирать. Как ты думаешь, пускай здесь будет клумба, да? Красивые такие. Я их даже выкапывать не буду. У мамы сосед Николай Николаевич, он вообще говорит, я не выкапываю их. А вот мне кто-то сказал, нужно выкапывать, иначе они все глубже и глубже уходят. У каждого свое видение. Ай! Кстати, вот эта пленка нам пригодится. Что-нибудь потом этот кучемазенький. Дай. Ну, просто брызгает же вода с этого. Пленка, говорю, это пригодится. Это да. Так, вот они эти красавчики. Ой, пергамент ужаснейший. Ужасный пергамент. Ой-ой-ой.
У меня пирожки. Люди, у меня... Сейчас, минутку. У меня на пирожках бумага остается. Ну что такое за беспредел? Еще и небось стоит миллион. И что делать? Горячие. Я понимаю, там какая-то хорошая пергаментная бумага, но за ней надо было ехать. А Рушан, видать, здесь у нас взял в Атаманской. Он сюда ездил в магазин. Зараза. Ладно. Не так уж это все и критично. Терпим. По-другому. Так. Не, нормально, более-менее. Просто плохо отстают. Вот. И... Ладно, буду снимать двумя руками. Одно неудобно. Так что вот такие вот пирожки. В принципе, симпатичные. Главное, чтобы были вкусные. Ты дядь Коля, да, понесешь? И вот еще я пирожков ему передай. Прям вот так вот. Не закрывай сильно пакетик. Нам, блин, поесть некогда. Вот по пирожку ухватили. Что на ходу? На ходу. Главное, руки чистые. Ой, ужас. Тут такой бардак. Дождик еще. Дядь Коля... Сходили, отнесли, он с удовольствием взял. И бензин, да, ты налил 10 литров, да, ему? И бензина, чтобы косить. Ой, какой сарай страшный. Только сегодня сидели на кухне, обедали, я говорю, Рушан, какой сарай страшный, когда будем сносить? А нам, если его снести, у нас там с той стороны нет забора. А он есть, но он сетка. И на кухне тогда, да, все, прям привет сосед называется. Надо забор ставить будет. Ой, я не знаю, с чего начать. Либо этот страшный сарай сносить. Но у нас сейчас там бройлеры. Мы его не можем сейчас снести. И зерно у нас там, да. Мы не можем его сейчас снести. Так что вот такие вот дела. Че, Руш? Че у нас по плану дальше? Сейчас я вот это все, что можно, докрутил. Все ждали. Вообще теплицу, пленку вот эту натягивать нужно в солнечную погоду. Мы все ждали. Сколько мы уже месяц, да, ждем? Я говорю, пару деньков было теплых, ну, на работу надо было ехать. И вот, теперь под дождь накрываем теплицу. Но я не знаю, если, конечно, дождь не разойдется, снять-то мы ее снимем, а если дождь разойдется, то мы ее не накроем по-любому. А то что-то смотрю, он зачастил. Да, хотя мне прям... обещали. Да. Я вот думаю, степлер надо, да, поубрать и болгарку. Пришлось одеть капюшон. Дождь льет и не успокаивается. Интересно, продолжение будет, нет теплицы. Потому что на завтра 90% дождь, это значит, он будет идти весь день. На послезавтра 80% он практически тоже будет идти весь день. Что делать? Ждать. Сейчас крышу снимем, и тут вообще будем мокнуть. Надо будет куртку переодеть. Да, пойду, наверное... Пока Рушан занимается там. Это у нас? Да, ворота открываются. Ух ты ж. Кто-то пришел? Руш, ты что набрехал? Чего? Что набрехал? Руша набрехал. Ну, у нас ворота закрыты. Ну, у вас, да. Здесь ходит голый. Ой, какой дождик. Сейчас я вот так повернусь. Я не видно. Смотрите, как красиво у нас цветет груша. Пойду поближе подойду. Красота. Вот так вот. Яблонька, видите, уже почти отцвела. Вот она. Яблонька. Красавица. А здесь у нас рядышком. Вот яблонька. А вот она, груша. Какая красивая. Да? И там вот дальше, видите, у нас опять яблонька.
Но груша красивая. Все, вторая партия пирожков готова. Теперь я могу спокойно, без беготни этой, поработать во дворе. Смотри, гвозди сейчас поцарапаем. Вон там вот так прям торчат. Ух, не поцарапаем, порвем. Гвозди торчат. Вот тут сильные, это прям большие гвозди. Вот они. И там тоже рушат гвозди. Так, вопрос, как я теперь это... Сложить. Блин, у нас теперь весь двор видно. Ты просто закрывал весь двор. Ага. Пипец. За место у нас с забора даже служило. Поэтому мы ее так поставили тоже. Что мы натворили? Кошмар. Страшно даже. Это первый раз мне казалось, когда мы накрывали, казалось, все это легче. Да? Да. Сейчас ты как-то все так сложно. Блин, еще ветер, да, этот? Я Кристинке говорю, если что, на помощь иди. Она говорит, мы с Ваней приедем. Я говорю, а как так? Мы снимаем. Говорю, а Ваня это не хочет. А как мне снимать-то? Тогда? А? А? Как Ваня? Может, Ваня маску? Здорово. У меня, кстати, есть такая маска. Тут такие перышки. Можешь ему дать на время. Это, знаешь... Есть такие-то бумажные пакеты, на голову одевают, а глаза вырезают и все. Ну, Руш, что накидал? Блин, сейчас ветром все унесет. Ну, я, видите, я делом тебе занят. Ну, не кидай, хотя бы мне в руки дал бы. Можешь мне вон ту вытащить? А, вон ту. Личинки пауков. Фу, блин, брось. Так это брось, да? У тебя новые перчатки, да, уже? Да. Вот сюда пока в этот швыряй, кидай. Качественные перчатки. Я потом отсюда все пособираю. Угу. Надо вот мне вон ту штуку выдернуть, и я все сразу в мешок... Сложу и на мусор. Какую штуку выдернуть? Вон она. Грязная. Я не смогла. Она там что, закопана, что ли? А вот эти вот тоже можно, да, черный вот этот капельный полив выбрасывать? Да, я думаю. Не нужен, да, он все? Да? Да, мы новый взяли.
Кристина приехала. У меня папа, ну, только что шаурму поели, голодный, пипец. У нас пирожки свежие, с картошкой. Нет, будете? Мы наелись, мы прям хорошо так. Я Ване говорю, давай в шаурму возьмем, потому что сейчас пока на Кручан заедем. Потом нужно будет к родителям съесть, отвезти. Там кое-что к маме нужно заехать, отвезти. Угу. А потом, когда домой попадем. Ты мне так машинку так и не привезла, да? Еще не было. Ну ладно, все равно завтра я не смогу шить, потому что завтра мы на работу уезжаем. Ну, в следующий раз тогда. Завтра, послезавтра. Мы заедем тогда. Мы куда-то приехали. Темнота, время у нас уже 9. Самое страшное, что мы сюда подъезжаем, заворачиваем. Улица такая темная, и там скорая стоит. Прям на углу. И дом на углу здесь. Собаки лают. Рушан, а может надо, ну, позвонить? Я вроде бы звонил уже перед отъездом. А, кто-то идет. Серёж зашел, по поводу окна приехали маме. А, иду. Качелька. Они два одинаковых, да, размеры? Два одинаковых. Там главное, чтобы открывание было. Вот, они открываются. Да? Да. Здорово. Открываются. Пойдет. Это и в спальне там, мы там меняли два штуки. Больше сделали? А? Побольше взяли, сделали размер? Не, такие же. Такие же, на замену. Ну что, Роша, они оба вроде хорошенькие. Ну, тут мне больше нравится вот это. Вот это, да? Угу. Да, вот это так подержу. Угу. А ну здесь что-то не покоцано, ничего? Нет, это же, ну, это раствор. Это наличка. Это если ее снять, вот окно. Да? А ну, тогда разницы нет, наличка. Если это просто помыть, да? Главное, чтобы оно здесь не поцарапано. Нет, нет, всё? Это в растворе оно. Ага. Оно. Вот так вот, видите, оно наличка сверху. Угу. Да, даже крепление под маской на сетку есть. Ну да. Так, а у него сложное открывание есть? Ну, оно в одном положении, вот так вот. Нет, вот так. Только так, так, да? Да, да. И то, и то, да? Да, 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 да. Угу. 4, да? Ага. Все, вот, держите. Угу. Спасибо большое. Че, уж сам унесешь? Или помочь? Так, это... Как? Руш, как? Я могу сиденье дальше свое отодвинуть. У нас все в бутылках. Но оно, мне кажется, по высоте не войдет. А вот эту никак нельзя отодрать. Нет? Не убирается? Да убиралась, наверное, отвертка не взял, ничего не взял. Блин, только у нас вариант багажник. У нас багажник полный, да? Да, она там ляжет сверху на это. Да, подержи пока. А кирпичики, я боюсь, то, что помнет. Давай мы хотя бы кирпичики вот сюда перекидаем. Все-таки там они легкие. Кирпичики перекидаем сюда, в багажник не станет, потому что я хотел сиденье ложить. А, ну давай, ложи тогда, я буду держать. Да. Вон, видите, скорая стоит. Даже... Ой, хозяйка, киса! Кися! Дверь так, вот так, сейчас прикрою дверь. Давай, что-то мне холодно, меня трясет. Оля. Красивая такая клумба. Ну, не видно, уже темно. Держу, держу. Там есть только наши тетради. Аккуратно, Руш, не помни. Лучше мне на переднее сиденье, я их это буду держать в руках. Ну, такое неплохое окно. Хорошее. По высоте не войдет, нет, конечно. Ладно, будем упаковываться. Все равно упакуемся, все равно уедем. Сели на диван. Решили вам кое-что рассказать. Мы, короче, сегодня были в шоке. Да, сегодня реально... Я, в принципе, такое... Увидел первый раз. Я во второй.
Да? Я первый раз видела это все в Бишкеке. То есть у тебя рецидив, да, уже? Да. Короче, теплицу мы сегодня не накрыли, потому что нужно было сначала мы все убрали, распаковали, там сняли, подготовили все, потом село солнце. Село. Да. Солнце село, ну, начало. Да вот. Ветер там, ветер дождь. Начал подниматься. Солнце нужно. Вот, а нужна теплая погода, чтобы пленка нагрелась, когда ее натягиваешь. Вот. Ну и плюс там дел по двору куча. Ты что кусаешься? Вот, по хозяйству. И мы, короче, поехали за 70 километров за окном. Маме в летний домик. Да, мы долго, в принципе, искали подходящего более-менее по размеру. Вот. В городе, получается, таких окон нету, потому что стандарт идет, как бы, если городская застройка, то в основном это квартиры, более современные дома, и размер как бы не подходит. А тут получается только искать в этом, ну, в станицах, где такие, может быть, небольшие хатки были, вот, чтобы окна были невысокие. Нам ширина позволяла как бы нормальную ширину окна, а вот высота нам не позволяла. Вот, и поэтому приходилось искать определенных размеров. И вот мы нашли в станице Каневской, это за 70 километров от нас, нашли окно, позвонили, договорились. Все, мы уехали, короче, все, приехали там, купили, загрузились и поехали обратно. И по трассе уже не доезжая станицы Ленинградской, где-то километров 10. Я увидела голую жопу. Голую сраку. Ну, давай нормально. Ну, ты же на Кубани. На Кубани говорят срака. Вот. Я не увидел, потому что он, получается... Ты смотрел вперед. Я вперед смотрю, а он как бы это... А ты по сторонам смотришь. Ну, вот смотрите, мы вот едем, он в нашем он направлении, по другой стороне. Да, по другой стороне идет. Получается, против шерсти встречного движения. Кстати, он шел по правилам дорожного движения. Соображал же? Да. Соображал. Вот. Он шел полностью... Полностью вот как в костюме Адама, короче. И босиком. Да, в костюме Адама, да. Даже этот. Я сначала не понял, потом мы проехали, я думаю, нет, ну так дело не пойдет же, надо это что-то сделать. Мы развернулись, потом, получается, проехали. Я увидел, что да, действительно, как бы он это голый. Мы проехали, я остановился, позвонил в 112, вот, обрисовал ситуацию, говорю, так и так, вот как бы, ну, неизвестно, что у человека может быть на уме. Ну, страшно было, конечно. Да, потому что там нормальные два варианта. Люди. Либо как бы, да, вот он с головой у него не все в порядке, поэтому от него на дороге можно ждать все, что угодно. И камень кинуть, и сам броситься может. Вот. Это раз. Плюс как бы уже ночь, там накрапывает дождь, продует, промокнет, заболеет, как бы тоже, в принципе, как-то, ну, не по-человечески. Вот. А третья мысль, ну... Мало ли что случилось. Может быть, его там, блин... Может, жена с любовницей поймала и выгнала из дома, вот он и пошел. А может быть, он, наоборот, чей-то муж поймал его, как бы, и вот он в чем был, так и убежал. Жена с любовницей поймала. Ну, муж, точнее, поймал. Из дома. Нет. Или от мужа чужого бежал. Да, от чужого мужа, скорее всего, бежал. Да нет, он просто с... Ну, короче, потом, получается, мы уже... Ну, есть, это где-то километров 12 Ленинградской было. И вот, мы едем, я смотрю, ни одной патрульки. Там, ну, 112 сказали, типа, все передаем, типа, ну, ваше сообщение в полицию. Самое, что интересно, знаете, меня что удивило, я позвонил в 112. И там это, ну, все, вся информация передали, и называют мою фамилию, имя. Я такой, оба-на, откуда вы знаете? И он говорит, номер такой-то, такой-то. Я говорю, да, все верно. Представляете, вот вы будете звонить, и у них высветится, кто звонит им, оказывается. Походу, у них это записная книжка всех абонентов есть. Вот, и это... Потом, получается, и проехали километр 12-13, я смотрю, как бы ни одной патрульной машины нету, ну, не ехала. А там в Ленинградской гаишники стоят. Я остановился, подошел, говорю, так, ну, они там разговаривали с водителями. Я подошел, говорю, извините, что отвлекаю, но такая-такая ситуация, обрисовал, говорю, ну, неизвестно, что на уме, как бы, ну, чтобы потом
не было происшествия, они такие, и он такой говорит, блин, как они меня достали. Видимо, это не первый случай, как бы, в том районе. Вот, да сейчас, говорит, поедем, потому что, я говорю, ну, на уме все что угодно. Они сбегают оттуда. Да, мне кажется... Вот мне интересно, как может человек сбежать с психушки? Вот как? Ну как, через забор там перелез. Там же охранники, там, мне кажется, я не знаю, следят за ними, смотрят. Через забор перелез, ну, значит, мало ли. Значит, это безответственно, наверное, сотрудники. Пошли чай пить, и я потихонечку. Ну да. Они что, там голые, что ли, ходят? Да как его знает, я не знаю. Вот такая, короче, неожиданная история. Шокирующая история. Кристина такая звонит и говорит, ну, я ей рассказала. Она говорит, странно, нам, говорит, по пути, говорит, ёжики, зайчики попадаются, а мама, говорит, мужики голые. Да, вперед, соскучился, скажи, весь день, то в огороде, то куда-то поехали, собрались. Так что будем ждать мы солнце, чтобы теплица накрыта, но все равно грядки не готовы, смысл. Прям было сегодня так торопиться. Да, у нас как бы время и есть. Уже единственное, что можно было, это твою рассаду туда унести, ну. Ну да, вот это единственное. Я уже под конец Рушана говорю, все, давай, Рушан, выдохни, пошли, говорю, поедим, говорю, потому что я уже не могу. Уже и есть охота, то мы собирались там и не есть, бегом, там фонари ставить, быстрее ее накрывать. А ветер такой. Я говорю, просто нет. Теплицы вообще, вот если вы пленкой натягиваете, нужно натягивать солнечную погоду. Mm-hmm. Именно чтобы солнце. Когда солнце, оно пригревает пленку, пленка становится лучше эластичная, да, вы ее хорошенько натягиваете и закрепляете. Если пленку натягивать в пасмурную погоду, она становится твердой. Вы ее вроде бы натянули, но потом ее один раз пригрело солнце, она растягивается, и потом у вас при любом ветре ее начнет так мотылять. Вы просто выкинете деньги на ветер, потому что когда вы прибиваете, вы степлером дырявите ее, потом вы натягиваете, отрываете это все. Короче, в этом деле спешка не нужна. Если нет погоды, лучше дождитесь, чем выкинуть деньги. Да ничего страшного, подождем. Прямо так не это, не смертельно это все. Есть не просит, ничего страшного. Да, подумаешь, неделькой позже помидоры покушаем, неделькой раньше. А что, мама с Кристиной высадили, уже к ним пойдем поедим. Конечно. А у нас зато будут... Сначала мы у них поедим, потом они у нас поедят. У них потом закончится, зато Рушан, они будут у нас есть. Да. Так что ничего страшного. Нет, точнее, у них закончится, а у нас есть. Ну, у них закончится, они будут у нас есть. Нет, у нас есть. А есть они у нас не будут. Шучу. Шучу. У нас в этом плане помидоров столько, что мы не только родственникам, мы... Мы и соседям, и знакомым. И продаем. Да, и продаем. Хороший, красивый, выбираем, продаем. А угадайте, чем мы сейчас будем заниматься, открою секрет. Мы сейчас пойдем кефир попьем. О, да. А потом кушать готовить надо. С собакам. И еще да. Кое-кому. Короче, пойдем. Всем. Всем животным готовить есть. Просто у нас есть животные, которых вы не знаете. Пилот. Да, а это... Еще, кстати, пилоте какой он заканчивается, надо завтра купить. Да я ему, может, тоже начну готовить. Мы завтра, кстати, на работу уезжаем. А, пилот? Практически на каждый день, а потом к маме. Ну, в принципе, если ему начать кашу готовить, он будет есть. Что, пилот? Конечно. Тебе, ты будешь кашу есть? Пилот будет ты кашу будешь есть? Кашу будешь есть? Кашу будет есть? Конечно буду, конечно, как буду. Он не может понять, что происходит. Да. Кашу будет, пилот? Да, пилот? Иди кушай, иди, ты кушал? И мы тебя оторвали. Давай, беги, ешь. Давай. Пульк. Так что все, всем пока. Пойдем кефир пить. Рассказали вам нашу интересную историю. Неожиданную такую. Я не знаю, даже как я его увидела. Я такая внимательная. Мы один раз искали, я рассказывала Рушану. Люди искали на машине брата своего. Не могли его найти. 2 часа его искали. Приехали ко мне в 1:00 ночи, разбудили меня, говорят, Диан, помоги. Я такая, что случилось? Надо найти его. Ну ладно, поехали. Мне хватило, наверное, 15 минут. Я говорю, вон он сидит, а ночь была. Была на дворе темень, фонарей не было. Я говорю, так вон он сидит, где? Я говорю, вон он сидит, а я все вижу. Он говорит, о, все знаем, кого звать. У тебя, говорит, такое зрение, я прям, я не знаю, я прям все Орлина. Вижу.
Сейчас сова летела. Мы вот едем, сова прям вот. Мы едем, и она вот летит. Вот, возьми ее вот так вот и схвати. Я говорю, сова едет. Руша, она говорит, о, летит. Он говорит, где? Я говорю, так вот она летит, сова. У нас здесь не сова, у нас здесь сычи. Так, ты почему балуешься? Смотри, тебя сов, снимает сов камера, и тебе не стыдно? А? Пилот, вот смотри, тебя снимает. Вон, вон, смотри. Вон, смотри, тебя видишь, снимает? Вон там, вон. Вон там тебя снимает. Смотри. Вон там. Видишь, и тебе не стыдно, как ты себя ведешь? А? Не стыдно тебе? Ай-яй-яй. Ой, пилотик какой непослушный. Там сейчас твой напишут. Двойник на тебя смотрит. Кстати, у тебя двойник есть, нам в Телеграме присылали. Пилотика 2, только с белой грудкой, да? Там что-то беленькое нет, было. Нет, у него хвостик. Он нет, что-то черный. Беленькое у него было немножко. Не знаю, я видел, что у него есть хвост. Прям вылитая мордаха пилота, а? Да, пилот 2. Интересно, такой с характером? Да, какой? Сказали такой же. Только они, кусается. Походу, все такие. Угу. Скажи, я любя кусаюсь, ничего страшного. Не, бывает, пойдем? Если сильно ряхнешь на него, он слушается. А так вот. Да, еще бывает, вот так он любит. А как играться? Скажи, да? Потому что через меня занос не пошли.